В центральной городской больнице появилось новейшее офтальмологическое оборудование, ретинальная камера и оптический томограф. Снимки высокого разрешения и записи видео позволяют своевременно поставить диагноз и вернуть пациенту зрение. Нарисовать картину на песке в расслабляющей обстановке или вырезать снежинку из бумаги в молодежном ресурсном центре прошли арт-терапевтические занятия. Их посетили новоренгойские подростки. Специалисты помогли им забыть о своих проблемах и провести время в дружественной обстановке. Нашествие Дедов Морозов открыло сезон праздничных торжеств, посвященных Новому году. Жители района Карачаева стали участниками костюмированного парада и народного веселья. Цель Деда Мороза достигли, зеленая красавица озарила площадь огнями гирлянд.